Да, она завелась. Это я поздно сделал. Так, осталось нам ее покрасить. Да и все. Офигеть. Забыл. А вот все. Тише. А, я как теперь вперед переключиться. А вот. Такой звук походу. Красиво получилось, ну, в смысле красиво, просто прикольно получилась машинка у нас. А, по движку посмотрим сейчас, я вообще ничего не умею настраивать, так что лучше я посмотрю. Ой, не то. Так, информация. 372 лошадиные силы. Помните, что я говорил? Я хотел простую машину, но... Что? Так. Нам остался задний бампер. И все. Машина готова. Даже в гонках ее может какие-нибудь использовать. Чё? Выше такой, типа. Ну, го, поехали. И он уже сзади, а мы на 300 километров вперед. Так, это что-то фигня. Назад. А, вот. Угу. Вроде бы все, мы купили. Штрихи остаются маленькие. Все. Давайте попробуем что-нибудь и добавить-то. А? Что мы можем добавить, а? Ай, ладно. Так. Я в этом разделе пока что ни черта не знаю. А, тут такая хер есть, да? Это что? А. А давайте ее проверим, а? Вот, на вот этой трассе как раз таки. Как раз таки. Так, она мощная. Я немножко помолчу, потому что я слишком громко буду. Да тише ты. Тише. А вот все.
сказать. Она реально валит хоть как-то, но... Так, я извиняюсь, с управлением еще немножко не отбывал. Скажу, она шустрая получилась у нас. Мне нравится этот звук. Так, я вот что-то по управлению все забыл, но это... Так, во что у нас передние фары не работают, это вот проблемка. Ладно, попробуем разогнать ее хоть как-то. Да, конечно, я сам не... Вау. Че, не шиндарахались? Мамочки, уйдите от нас. В общем, вот как-то так у нас получилось что-то. Машина мне понравилась тем, то, что она русская, и тем, то, что она посаженная. Я фанат из Китая, с громким бас, типа. Япан, все дела. Ну, как вам сказать, вот сейчас я тоже выбежу назад. Что мне в ней понравилось? Диски, сама шестерка, ну то, что она черная, мне вот почему-то это не в кайф. То, что вот, не знаю, ей черный цвет хоть убейте, под эти диски не идет. Если, конечно, я уберу вот это, то она станет, конечно, какой-то бандитской там, это и все. Но я хотел классику сделать, но как-то не получилось. Я еще попробую что-нибудь с ней сделать. Потом уже. А, ну, подвеску я немножко подшаманил. Ну, главное то, что двигатель вроде бы не шкребется. Ну, не шкребется. Нормально. Подвеску даже можно не трогать больше. Просто наслаждаться ездой 300 км в час. Ой. Ну, не 300, а 200 с чем-то. 210 максимум. А так можно наслаждаться своим двигателем, то что там 370 с чем-то лошадиных сил, но как-то в дороге я их не почувствовал. Хотя, может, это я преувеличиваю даже. Ну, как-то так получилось, в общем. Ну, нормально, в общем, мне понравилось. А на этом, я думаю, закончить. С вами был Xnavity. Всем спасибо за просмотр. Если вы тут впервые, пожалуйста, подпишитесь. Всем пока-пока.